Тимур Ладышев Мелин. То, что партер отработал, классно. То, что не отпустил, вообще отлично. И почему пусть сейчас заднюю сделал? Вернее, то, что он отмат переключил на заднюю. Почему я заднюю не делал? Почему? Тимур. Зачем? Надо было пилотаком, а заднюю. Дальше надо было проломить. И сам лететь мог. Ты выключил? Классно. Перевел его в партер, удержал тоже отлично. Почему ты его не бросил? Ты его можешь бросить. Зашел на подхват. Выходишь, заходишь на заднюю. И вместо того, чтобы куда, ты что пугаешься, что испугался, то он тебя смотрит, что ли, идет. Да не надо этого делать, ты вообще из головы убери, понятно? До конца его сегодня. Фактор отлично отработал. Молодец, красавчик, давай. Больше так, чтобы не делал. Такой же бросок до конца, чтобы шел. Иди сюда, смотри. Вот сейчас посмотри схватку, кто выиграет, тем будет бороться за выше финал. Где? На жестком? На жестком там? В этой встрече победу одержал Ландышев Дмитрий. Все получится.